Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor. Today is going to be super slow Russian. I have seen that you guys really want me to speak super slowly sometimes for you beginners to get, you know, useful information and hear the pronunciation of particular words. So, super slow Russian. I'm going to be watching my tempo, my rhythm, for you to be able to understand everything. All right, let's get to it. And I'm going to be talking about living in a dormitory at the university. Я сейчас живу в общежитии в своем университете. И у меня очень много историй из моей жизни. Это мой четвертый год в общежитии. Но я хочу поговорить именно об этом годе, об этом году. Вот. У меня сейчас очень громкий сосед. Я не знаю, слышите ли вы музыку сейчас, но она у него очень громко играет постоянно. Сегодня я записываю свои видео, и это мое четвертое видео, которое я записываю. И я просил у него сделать музыку потише уже 3 раза. 3 раза за 1 час. 3 раза. И у него музыка играет громко всегда. Всегда. Утром тоже, когда я сплю. Я начал включать свою музыку у себя под ухом, чтобы она играла, так сказать, ну, какая-то спокойная музыка. Потому что у него музыка тунц-тунц-тунц-тунц, очень танцевальная, и мне она мешает спать. Когда я включаю, допустим, классическую музыку, она спокойная, и я могу спокойно спать. Вот. Я могу уснуть спокойно. Вот, это мое главное переживание того, что я живу в общежитии. То, что очень и очень громко. Мне нужна тишина. Тишина, это для меня, это все. То есть, если где-то громко, я этого не переношу. Я поэтому не люблю клубы, потому что там очень громко. Это не для меня. Ну и второе, это то, что здесь постоянно грязно. Грязно. Особенно в туалетах. Туалеты у нас убираются раз в день, то есть по утрам. И то не всегда. И поэтому в течение дня туалеты очень и очень грязные и очень плохо пахнут. Но это мой последний год в общежитии. Я выпускаюсь из университета в этом году. И на следующий год я уже буду жить отдельно. Я этому несомненно рад. Я надеюсь, что больше музыки в моих видео не будет. Больше не будет шума по утрам. И я смогу спокойно спать. And that's it for today, guys. If you have time, watch this video twice. Guys, please, please, please. I made it super slow and short for you guys to be able to listen to it twice or multiple times. Because if you listen to it once, you are new to the story. You are trying to catch on the understanding of this story, right? But the second time, you already know what it's about. And now you have time and you have opportunity to figure out those words that you have missed out, those words that you haven't known before, okay? So, please do so, and let me know how it went, all right? I'll see you in the comments. Пока-пока.